Опасного ворот Дарья Лаврухня. Браво, Дарья! Браво! Да, сейчас, конечно, белые медведицы были близки. Близки к тому, чтобы отыграться в нашей встрече. Вся команда должна благодарить сейчас Дарью Лаврухню. Финты завершали. В дополнительное время Грэдзен не дает Сосиной завершить этот матч. А Баталова! Баталова! Где шайба? Шайба у Добродеевой. Спасти этот матч, если совсем мало атакует. Вот сейчас бросок опасный по воротам. Еще момент. И где там шайба? Шайба на линии ворот, по-моему. Прижала шайбу Ньюэлл. Еще раз посмотрим мы этот повтор. И момент у Сосиной. Грэдзен. Хорошо, сейчас. На 3 в 2 атаку Агидели. И бросок, добивание Меркушева. Что же ты творишь? Как же ты спасаешь сейчас? Феноменальное спасение. У Финка в зоне соперниц. Атака Скифа. Старовойтова здорово выруливает на пятак. Бросается неудобный. Добивание. Еще одно выручает Пругова. Сошла шайба с крюка. А это момент. Ледяные крылья. Бросок и сейв. Сейв Фархудинова. Фантастическое спасение. Ой, спокойствие на лице у Дианы Фархудиновой. Давайте смотреть. Момент. Бросок по воротам. Диана Фархудинова. Великолепный сейв нам с вами показывает. Давайте смотреть еще раз. Два и... Просто мастерский. Прекрасный вот момент. Кадирова, Рахимова, бросок и сейв. Добивание, еще один бросок от Булатовой. И только сейчас прижимает шайбу Анна Алпатова. Шикарная возможность была у Дианы Булатовой. А это, конечно, да, друзья, хороший сейв Анны Алпатовой. И еще одно спасение просто... какой-то сумасшедшей растяжки. Появилась здесь возможность умчаться в контратаку и нанести бросок. Результативный был у Алины Нарудиновой. Но она не сумела переиграть Марию Сорокину. Но там, наверное, нужно было действовать. Барабанщики вовсю барабанят. Опасный момент. Бросок и сейф. Да, что творит Александра Сафонова, друзья? Давайте скорее смотреть. Просто лежа, друзья, лежа. Растянулась как... Вот, пожалуйста, с этой точки. Полюбуйтесь. Наверняка этот сейв войдет в десятку самых лучших сейвов месяца женской хоккейной лиги.